Обновленный курган славы Десногорска – это и музей военной техники и атрибутики под открытым небом. Жемчужина экспозиции обещает стать Ил-2. 5 лет назад останки этого советского самолета были найдены в болотах Калужской области поисковым отрядом «Обелиск». Тогда же началась долгая и кропотливая история восстановления боевой машины. Потихоньку у нас уже задняя часть вырисовывается, кабина. Ну, потихоньку мы идем к своему финальному концу. Работы проводят бойцы отряда «Обелиск», они же сотрудники Смоленской атомной электростанции. При поддержке станции и концерна «Росэнергоатом» они восстанавливают Ил-2 в свободное от работы время, иногда проводя в этом ангаре все выходные. Неспешный и основательный процесс проходит по заводским чертежам. Все чертежи куплены за деньги. Никто просто так отдавать их не хочет. В обычном доступе их нет. В интернете их не найдешь. Сроки окончания работ пока не называются, но зато известно, как самолет будет доставлен на курган славы. Предположительно, на него установят шасси, что позволит отбуксировать машину.